На связи с жителями Приволжского федерального округа был представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Мариэл, Мордовия, Оренбургская область. В каждом регионе свои проблемы и вопросы. К президенту Российской Федерации обратилась жительница Алатыря Галина Ивановна Ефремова. Вместе с Игорем Комаровым суть вопроса слушали временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Николаев и главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров. Галина Ивановна, прошу изложить суть вашего вопроса, пожалуйста. У нас есть ЦРБ Алатырской районной больницы. Там, значит, есть кардиологические отделения, но они не оснащены ни один из них компьютерным томографом. Из-за этого страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями жителей отправляют в Шумерлю, а это в 100 километрах от Алатырской районной больницы. Далеко и неудобно. Да и по здоровью не каждый может вынести такую дорогу. В регионе в курсе проблемы. Установить данный томограф предполагается в здании хирургического корпуса. Здание слегка обветшалое. Соответственно, после изыскания надо разработать проектно-сметную документацию. После разработки проектно-сметной документации, соответственно, ремонтно-строительные работы. Ну а дальше, соответственно, уже установка томографа. В рамках стратегии развития Министерства здравоохранения Республики до 2024 года в Алатыре должен появиться медицинский центр. Это будет высокотехнологичное учреждение, оснащенное по всем современным стандартам. Александр Соловьев, Алексей Зотиков, Павел Рядков, Республика.